Да, музыка, так получается, что, все, да, вот занимаюсь действительно. Я не могу сказать, что я там музыкант в таком ином понятии этого смысла, музыкант. Нельзя сказать. Я, в общем-то, с одной стороны, деятель, чему-то научившийся. У меня есть какие-то способности, может быть, там какой-то талант, там больше и меньше к чему-то. Вот. Но, тем не менее, я, конечно, с иронической точки зрения на это все смотрю. Вот. Но, тем не менее, это... Мне нравится очень внешняя сторона проявления того, чем я занимаюсь. Поэтому очень часто мне нравятся исполнители по одежке. И потом уже, в общем-то, даже если они играют какую-нибудь фигню, бывает так, что они мне все равно импонируют, потому что они нормально выглядят. Понятное дело, что так думать, может быть, и не очень хорошо, но, тем не менее, я считаю, что это правильно. Ну, так, потому что очень много фигни всякой. Да. Ну, вот, собственно, не знаю, не знаю, что еще сказать по этому поводу.